Станислав, ну вот, тиран мертв. Ночью ресурсы Российской Федерации сообщили в очередной раз о смерти Путина, о госперевороте Российской Федерации. Распространяются слухи, что вечером 26 октября скончался диктатор Владимир Путин. Об этом передает, или, скажем так, первоисточником является влиятельный российский телеграм-канал «Генерал СВР», уверяющий, что имеет свои источники в Кремле. Ну и в соцсетях сейчас активно это обсуждается. Обсуждается в том числе и в разрезе того, что это очередной вброс. Периодически именно ФСО, Федеральная служба охраны Российской Федерации, по мнению многих экспертов, по согласованию с диктатором, вбрасывает фейки о якобы смерти, скорой смерти или тяжелых болезнях Путина, чтобы сбивать с толку тех, кто на самом деле располагает ресурсами и может решиться на организацию его ликвидации. Вот этот генерал СВР канала ассоциируется с Валерием Соловьем упорно. Во-первых, давайте начнем с того, как вы объясняете упорные слухи, как вы объясняете роль того же Валерия Соловья, почему ему позволено и, может быть, даже поощрено это говорить, учитывая, что он остается в Москве. Телеграм-канал генерала СВР не имеет никакого отношения к российским спецслужбам. На мой взгляд, в содержательном плане его действительно курирует Валерий Дмитриевич Соловей. Инвесторы его были украинские бизнесмены из Харькова. Сохраняется ли это так сейчас, я не знаю. Это не связано никак с Украиной как таковой, просто такая интересная игра. И известно, что Валерий Дмитриевич Соловей пообещал смерть Владимира Ивановича Путина уже давно. Но обещание же надо выполнять. Поэтому он нашел прекрасный выход из ситуации. Это уже не Путин, а двойник. Поэтому его прогноз о том, что Владимир Владимирович не переживет 2023 год, типа сбылся. То есть это такая интересная, забавная игра или шутки, так сказать, цирковое представление, как сеанс черной магии с последующим разоблачением в стиле профессора Воланда или, скорее, даже графа Калиостро. К этим вопросам российские спецслужбы, конечно, отношения не имеют, поскольку они никогда не осмелятся же ставить так вопрос. Как говорил митрополит Тихон Шевкунов, влиятельный российский церковник, совсем недавно сосланный из Пскова епархии в Крым, в украинский Крым, то есть прямо фактически на линию фронта, главной проблемой современной РФ является невозможность физического бессмертия Путина. Путин относится к этим вопросам очень трепетно. Он не позволит с этим шутить. Поэтому сам он никогда не санкционирует такие вбросы. Это развлекается Валерий Дмитриевич, к которому я отношусь с огромным уважением, именно как к графу Калиостро современной российской политологии. Да, но, Станислав, это все-таки не отвечает на вопрос, почему это позволено ему делать. Видимо, это все-таки Путину не мешает, может быть, даже каким-то образом помогает в его... Да, это совершенно не мешает, поскольку это, так сказать, среди серьезных по путинской классификации людей мало кто верит. Ну, естественно, в это очень многие хотят верить. Знаете, есть мой любимый анекдот на эту тему о том, как Рабинович, еще при советской власти, разумеется, звонит в газетный киоск и спрашивает: товарищ, скажите, Советская Россия есть? Нет, закончилась. Через 10 минут звонок. Это Рабинович. Советская Россия есть? Нет, закончилась. Через 5 минут. Советская Россия есть? Товарищ Рабинович, что вы звоните все время? Вам же объяснили. В Советской России нет, закончилась. Вот это-то очень хочется послушать, отвечает Рабинович. Очень многим хочется послушать, что Владимир Владимирович Путин мертв. Поэтому сейчас многие себя накручивают в режиме wishful thinking и пытаются себя убедить, что эта версия может быть верна. А на этом построена и популярность этой версии. Но поскольку сам Путин не относится к этому серьезно, он не считает, что ему это угрожает. Ну да, живее всех живых. Хорошо, а вот тогда, смотрите, вытекающий из этого вопрос, сегодняшний пост в Фейсбуке известного украинского политолога Юрия Романенко. Если серьезно, смерть Путина, как и смерть Сталина, не меняет сути. Интересы России существуют без относительной фигуры в кресле царя. Сталин умер 5 марта формально, через 5 месяцев закончили войну в Корее разделом Кореи. В 56 году расстреляли восстание в Венгрии, в Польше ГДР тоже было неспокойно. Карибский кризис 62 года, это опять-таки речь идет про Хрущева, так называемый оттепель, а Чехословакия и вовсе была в 68 году при, нам говорили, еще более мягком Брежневе. Вожди разные, пишет Юрий, а интересы одни. Перестаньте маяться дурнёй. Смерть Путина не отменит интересов России, смерть России отменит эти интересы. Согласны? Это и да, и нет. Не совсем согласен. Дело в том, что как... Знаете, что после Второй мировой войны была на полном серьезе идея переименовать Советский Союз, но сохранив аббревиатуру, в Сталинский Союз Социалистических Республик. То есть СССР того этапа очень четко ассоциировался с личностью Сталина. И во многом советская идентичность – это была сталинская идентичность.
Когда Сталин умер, вы говорите только о внешнеполитических проекциях. Но, во-первых, сразу случились большие перемены во внутренней политике. Начали выпускать огромные массы людей из ГУЛАГа. Смягчили ситуацию в деревне вплоть до скорой выдачи крестьянам паспортов и так далее. То есть либерализация пошла полным ходом. И кроме того, все перечисленные конфликты не носили глобального характера. Глобально шла холодная война. Это была Третья мировая война по моей классификации. То есть, безусловно, конфликт самого высокого уровня, конфликт идеологический, можно сказать, религиозный конфликт между монотеистическим миром и государством религии коммунизма, каким был Советский Союз. Но к мировой войне с обменом ядерными ударами Советский Союз уже не стремился и окончательно перестал стремиться после Карибского кризиса 1962 года. В то время как Иосиф Сталин незадолго до своей кончины уверенно вел дело именно к новой горячей войне. Поскольку он был уверен, что за счет низкой цены жизни человека в коммунистическом мире, к которому относился уже и Китай, да, и он сможет запугать Запад и потом подчинить его своей воле, невзирая на эти огромные человеческие жертвы. Точно так же, вот я сейчас готовлю, как раз вы буквально мне дали подачу, чтобы об этом поговорить. Я готовлю сейчас труд на тему, что такое российская идентичность сегодня. Так вот, во многом вот патриарх Кирилл Гундяев, представитель РПЦМП, тут неожиданно озаботился ускоренной исламизацией России, начал говорить, что большой приток мигрантов из исламских стран, особенно из стран Центральной Азии, угрожает российской идентичности. На что муфтий Москвы ему справедливо заметил, а что это за идентичность такая, которая угрожает мигранты? Так вот, идентичность современного россиянина – это Путин. Фактически тот, кто думает, как Путин говорит, как Путин во всем поддерживает Путина, это и есть россиянин. Никакие другие характеристики ему не требуются. Ни этнические, ни религиозные, ни культурные, ни языковые. Все россиянин. И, так сказать, таджикский или киргизский мигрант, даже выступающий, который желает жить по шариату, а не по законодательству РФ, все равно становится россиянином, если он всецело, всей душой и телом поддерживает Владимира Владимировича Путина. Поэтому смерть Путина в этом смысле изменит очень многое. Конечно, она не приведет к тому, что Россия немедленно станет демократической страной и выведет войска из Украины на границы 1991 года. Нет. Тем не менее, будет, как и после смерти Сталина, коллегиальное руководство, которое формально возглавит действующий на тот момент премьер-министр по Конституции. Если случится в обозримой перспективе, то Михаил Мишустин. Если не в обозримой, то мы не знаем. И так или иначе, как и после смерти Сталина, он будет пересматривать некоторые важные фундаментальные основы российской политики. Но поскольку идентичность современного россиянина еще более привязана к фигуре и образу Путина, чем советская к образу Сталина, то это будут очень значительные тектонические перемены, смысл и значение которых я бы не стал недооценивать. Ну да, опять-таки уже затасканное приходит на ум изречение Володина «Нет Путина, нет России». Каждый раз мы цитируем. Да, уже оно есть. Речи в языцах, как бы. Но да, и по поводу россиянина, даже больше надо сказать, каждый вот такой, который согласен и в унисон твердит, в том числе о необходимости проведения специальной военной операции, это не просто россиянин, а русский. Помните, да, песню «Шамана», «Я русский»? Переложили, сделали из нее клип, видеоклип, поехали по всем весям, регионам России и в разных этнических одеждах, от бурятов до калмыков, якутов, все спели эту песню «Я русский». Да, но русским быть ни от кого не требуется, потому что вот возьмем, например, кстати, певец «Шаман» — это вообще уникальное явление современной русской культуры, поскольку он так. Также есть культовая фигура гей-сообщества, и поэтому его другая известная композиция «Мой бой» в этой ситуации звучит очень двусмысленно, но почему-то Кремль не обратил... Кремль не обратил. «My boy». Да, конечно. Причем блондин, то есть истинный ариец, в абсолютно такой в кожаной куртке с триколором. Это абсолютно, абсолютно нацистская эстетика 30-х годов 20 века. Да, конечно. Но здесь еще важно понимать, что с точки зрения психологии бессознательного, Путин ведь фанат нескольких советских фильмов и сериалов, в том числе самого культового из них «17 мгновений весны». И поэтому нацистская эстетика ему очень нравится. Естественно, он на словах является жутким борцом против нацизма и, опять же, внутренне воспринимает себя в такой роли, при этом под нацизмом понимается все, что ему не нравится. Но сама эстетика «17 мгновений весны» Штирлица и Мюллера ему нравится, и вот поэтому продюсера Шамана исходит из этих представлений тоже. Это способствует карьере молодого исполнителя на российской эстраде. Но возьмем, к примеру, Рамзана Ахматовича Кадырова. Является ли он правоверным россиянином? Безусловно. При этом все, что он делает, является как будто издевательством над русскими. Он сейчас создает батальоны, названные именами крупных чеченских борцов именно против России русских. Да, шейха Мансура и Байсангора Биноевского, которого в 1800
последнего в 1761 году повесили в Хасавюрте, он был совершенно непримиримый борец с Россией, он фактически позиционируется как неформальный лидер исламских регионов, заставив их некоторые регионы, в частности Татарстан и Карачаево-Черкесию, дать высокие награды его только сыну Адаму, причем Адаму. Причем это давалось специально к 16-летию Адаму, только что его отметили, кажется, на днях. Был день рождения Адама Кадырова, 16 лет. И вот ему на день рождения подарены ордена исламских регионов РФ. Точно так же, как на свадьбу Ахмату Кадырову, старшему сыну Рамзана Ахматовича, была подарена встреча с Владимиром Путиным в Кремле. И даже не в рабочем кабинете, вот этом красном, ореховом, а в представительском зеленом кабинете, где обычно Путин принимает иностранных лидеров. Вот до какого уровня. Это что русским населением и особенно активам спецоперации Z, это все воспринимается крайне негативно. Силовиками это воспринимается полностью в штыки. Но является ли при этом Кадыров россиянином? Да, конечно. Потому что с точки зрения, если россиянин это тот, кто всецело поддерживает Путина, то Кадыров россиянин. А в каких формах он его поддерживает, это другой вопрос. Он имеет полное право демонстрировать любое небрежение к русскому народу, его национальным чувствам и культурным архетипам. Это не важно. Это не противоречит идентичности Кадырова как россиянина. Вот мы уже затронули эти две темы. То есть, с одной стороны, разжалованные ропчущие батюшки Шевкунов, разжалованные за то, что, судя по всему, не соглашается с тем, как ведется СВР, то есть, извините, СВО. И вы говорили, я знаю, в интервью, если не ошибаюсь, с Юлией Латыниной о том, что есть определенная прослойка священства, которая ропщет и недовольна, но пока Кирилл избегает массовых чисток, потому что это может ударить и по его, вот, пересказу то, что вы говорите, да, по его образу как удачного менеджера. Ну и вот все-таки тема Кадырова, а я думаю, это тоже можно здесь связать и с тем, что сейчас происходит на дипломатическом уровне вокруг ситуации в Израиле. МИД Российской Федерации сообщает, что на встрече с одним из лидеров движения «Хамас» Абу Марзуком в Москве обсуждалось освобождение иностранных заложников, находящихся на территории сектора Газа. То есть Путин продолжает пытаться быть актуальным на этом направлении. По сути, ни разу не осудил «Хамас». И речь идет, вот опять-таки, я слышал от вас такой термин, исламизация России, как возможность России стать или подать себя в виде одного из лидеров так называемого глобального юга, а также инструмент «Геть вид Европы». Да? У нас был классик, помните, да, который сказал «Геть вид Москвы». Это вот отделение, изоляция России от всего западного. Да, разумеется. Я, пользуясь случаем, призываю подписываться на телеграм-канал «Белковский», где эти вопросы мы впервые обсуждали в ежедневных программах «Доброй ночи, малыши» и «Доброго дня, малыши». Патриарх Кирилл Гундяев действительно боится того, что ползучие и довольно уже ускоряющаяся исламизация России лишит его былого влияния, а значит и доходов. И именно поэтому он вот, говорит о мигрантах, именно поэтому он устроил скандал по поводу новой купюры в 1000 рублей, предложенной Центральным банком РФ, на которой изображена Казань с полумесяцем, и изображена церковь без креста. Она действительно без креста, поскольку она была лишена своего сакрального статуса очень давно при большевиках, и теперь является музеем истории Татарстана. Но из-за лоббизма Гундяева эту, значит, купюру задвинули, теперь будет предлагать новый вариант. И при этом еще Путин, так сказать, демонстративно унизил Владимира Михайловича Гундяева, потому что на встрече президента с представителями важных религиозных конфессий РФ было представлено целых 3 христианских конфессии. Не одна, как прежде, а еще был представлен старообрядческий митрополит Корнилий и представитель пятидесятников Сергей Ореховский. То есть Гундяев сидел с ними практически на одном уровне, на одной доске, за одним столом, что для него вряд ли позитивно. Тихона Шевкунова, я думаю, он сослал в Крым еще и потому, что теперь Шевкунов с высокой вероятностью попадет под западные санкции, находясь на оккупированной территории и ведя там активную деятельность. А именно это Гундяеву надо, поскольку это позволяет исключить Шевкунова из числа реальных претендентов на патриарший престол, кому же нужен патриарх под всеми международными санкциями. Сам Гундяев спасается от международных санкций с помощью Венгрии, которая блокирует все европейские резолюции, пока Гундяева не выведут из... Удивительная история, учитывая, что католическая страна, да? Ну, там находится в Венгрии митрополит Иларион Алфеев,
недавнем прошлом, ближайшее доверенное лицо Гундяева и считавшийся его преемником. Сейчас преемником считается другой человек, митрополит Антоний Севрюк, о котором ходит случай, что он имеет некие родственные, даже биологические связи с Владимиром Михайловичем Гундяевым. Вот. Но Алфеев там активно лоббирует, он поддерживает деликатные коммуникации с Виктором Орбаном, которые явно также завязаны на финансовые вопросы, не чужды интересам венгерского премьера, и поэтому Венгрия всячески защищает Гундяева. Вот санкции. А Шукунову, не знаю, будет ли кто-нибудь защищать, вероятность того, что он под них попадет, велика. Но Путин сейчас очень заинтересован в консолидированной поддержке со стороны исламского мира. Во-первых, потому что эта поддержка ему нужна для оправдания его внутреннего тезиса о том, что раскол и уход с Запада от Запада не означает изоляция РФ, что в мире много стран, которые не любят Америку, и эти страны готовы его поддержать, в частности, исламские страны. Он также рассчитывает на исламскую сплоченность и пассионарность, противовес вялости и разобщенности Запада, который никак не может найти идеологический фундамент для противостояния ему Путину. И здесь Владимир Владимирович, к сожалению, во многом прав. И Рамзан Кадыров занимается деликатными коммуникациями с некоторыми арабскими странами, монархами Персидского залива. Именно поэтому его роли и значения нарастают. И его разгульная кампания на тему «Мне все можно» во многом с этим связана и увязана. И поэтому, конечно, сейчас Владимир Путин, во-первых, пытается стать одним из ключевых создателей независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. А как пролог к этой истории – это освобождение заложников в секторе Газы, поскольку если Путину удастся сыграть в этом процессе какую-нибудь существенную, пусть и не тотальную роль, то он уже выглядит великим гуманистом, освободителем людей. И тогда уже не только исламский мир должен ему аплодировать, ему должны аплодировать все те круги на Западе, которые сегодня осуждают неоправданную, по их мнению, жестокость Израиля в отношении мирного населения сектора Газа и напоминают о том, что нужно срочно решать палестинские вопросы, иначе войну в широком смысле слова закончить не удастся. Поэтому здесь стратегия и система тактик Путина совершенно очевидны. Как мы знаем, Хамас пока предложил обменять 200 с лишним заложников на 6 тысяч своих бойцов и командиров, находящихся в израильских тюрьмах, через Иран. И эта договоренность обсуждалась в Москве, я не где-нибудь. Потому что именно туда для этого прибыл заместитель министра иностранных дел Ирана, который контактировал непосредственно с хамасовцами в присутствии чиновников российского МИДа. Поэтому вот здесь, на этом направлении, Путин пытается прорваться, с чем связаны его усилия в направлении исламизации РФ. Который, сейчас, конечно, тотальный не будет, но сейчас ему это надо. Ну а вот говорит ли это о том, что Путин, по сути, уже официально разрывает, или неофициально, опять-таки, но на деле разрывает с Израилем? То есть в Израиле все-таки не спешат связывать все, что произошло с 6 октября с непосредственным участием России или российских спецслужб. Продолжает висеть над Израилем дамоклов меч Сирия, они и свое нежелание помогать сильно, уж много и военным способом помогать Украине, объясняли этим, то есть. Там не спешат вот нашу тезу эту подхватывать, в том числе подхватывать тезу о том, что вот, мы услышали из овального кабинета Байдена, что это и борьба Израиля с Хамасом и с терроризмом, и борьба Украины против России – часть одной цивилизационной борьбы. Да, разумеется, потому что Израиль даже в отношении Ирана высказывается осторожно, хотя американцы уже более открыты. И разные источники подтверждают, что Иран впрямую участвовал в подготовке войны не 6 октября, была война судного дня в 1973 году, а эта война началась 7-го, символически в день рождения Владимира Владимировича Путина. И Хамас уже неоднократно благодарил Владимира Владимировича Путина за те огромные милости и благодеяния, которые от него получил, в том числе и в смысле блокирования невыгодных Хамасу резолюций Совета Безопасности ООН. Но Израиль, да, он здесь занимает весьма половинчатую позицию, потому что действительно пока что на сирийских фронтах РФ закрывает глаза на многие его действия и не отвечает. РФ уничтожает. Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, чтобы Иран не мог поставлять оружие Хизбалле, распортированное на юге Ливана. Еще он атакует проиранских прокси и объекты в Сирии, РФ никак на это не реагирует и не возражает. Кроме того, РФ, военная полиция РФ охраняет израильско-сирийскую границу. Если она оттуда уйдет, то события на этой границе станут гораздо менее контролируемыми и прогнозируемыми для Израиля. Поэтому, да, Израиль вынужден здесь сделать вид, что Россия ни при чем, несмотря даже на то, что поведение российского руководства, включая Путина, выглядит весьма двусмысленно. Но с точки зрения общественных и народных настроений в Израиле, конечно, все, что произошло 7 октября, серьезно изменило отношение в худшую сторону к РФ и в лучшую к Украине. Другое дело, что на уровне политических элит это проявляться пока не будет. Ибо Израиль будет вести себя здесь крайне осторожно.